Больше 35 километров дорог отремонтируют в этом году в Югре. Из них почти 30 километров – региональные автомобильные дороги. Более 5 километров – дороги городских агломераций. Особое внимание будет уделено обновлению трасс, которые вошли в опорную сеть России. Ее протяженность в Югре составляет 1518 километров. Среди ключевых объектов этого года – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута и реконструкция участка дороги Югорск-Таежный. В приоритете также дороги к социально значимым объектам и магистрали, проходящие по сельским территориям. Подрядчики уже завершили подготовку к новому дорожному сезону. Все необходимые материалы закуплены. В скором времени будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий.